отличается тем, что, как я вот слышал, и правильно Игорь Борисович говорит, что у вас очень много денег, в виде недвижимости, вот нигде. Я читал, как в России, и в чем главное, мне кажется, причина? В вопросе Игоря Борисовича, зачем? Вы все должны понять, что вам надо, что вы хотите делать. Вот это очень важная такая тема, и очень важно, если для вас все. Потому что иногда купил 5 квартир, зачем? Они вот лежат, зачем? Вот не знаю, зачем. Так и здесь. Всегда важно, вот именно такая сущностная вопроса. Или не купил, и деньги пропали вместе с банком. Точно, да, тоже важно. А могу сказать? Так, есть кто-то, кто хочет что-то спросить или высказать?